Пока моя заготовка клеится, которую я вам показывал из пилов, я решил вытащить еще небольшую вазочку вот из этого вот материала. Если не ошибаюсь, это клен. Я его уже заправил в токарный станок. Или клен, или каштан, что-то одно из двух. Третьего не дано. Я его заправил в токарный станок, и все у меня готово для того, чтобы можно было что-то вытачивать. Как у меня что это получится, я буду потихоньку снимать, и вы это увидите. Сейчас в первую очередь обдеру с него кору, вот, и начну обточку. Итак, уважаемые друзья, я приступаю к работе. Первый слой я снял, сейчас дальше слой сниму и буду показывать, что происходит. Так, друзья, немножко форму я придал, сейчас еще до конца доделаем и будем выбирать внутри. Вот как-то так получается.
вот форму я придал. Теперь осталось только ее зашкурить хорошо и здесь просверлить отверстие. Сейчас этим я и займусь. Просверлил я отверстие вот здесь. Видите, осталось теперь только выбрать. Ну и здесь навести несколько полос. Я их хочу сделать при помощи обрезного вот так. Будет две полоски обрезанного стамесочкой ставить. Не остановил, а полоску не провел. Вот. Ну, а теперь можно и наносить. Вот такие две полосочки. Сейчас переставляем и опустим подручник и здесь вот сделаем выборку аккуратненько. Вот где-то так. Так, ну вот и все. Теперь осталось все это аккуратненько зашкурить и скрыть масловоском. Чем сейчас мы и займемся. Закончил я свою вазочку. Вот что у меня получилось. Теперь осталось ее скрыть масловоском. После вскрытия масловоска я вам покажу. Ну и, соответственно, снять стаканного станка. Так что сейчас скрываю масловоском. Скрыл я масловоском свое изделие. Вот что у меня получилось. Видите? Сейчас оно немножко постоит, и еще раз я отполирую, и после этого уже буду снимать стаканного станка. И более конкретно покажу вам на своем показательном столике. Вазочка это называется ладья. Вот такая вазочка у меня получилась. Закончил я свой проект, вот он перед вами. Вот такая вот вазочка у меня получилась. Вазочка выточена из клена, небольшая. Вот она перед вами. Вскрытое масло воском. Вот ее задняя часть вазочки. И вот она сама. Я думаю, что у меня она получилась неплохо. Даже очень красиво. На этом я свое видео заканчиваю. Всем здоровья, удачи, добра, мира. Будьте счастливы. Не забывайте подписываться на мой канал Леонид Пустовойтов. Буду очень рад. Пишите комментарии. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. Не забывайте нажать на колокольчик. На этом все. До свидания. До скорых встреч. Всем удачи.